Привет, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк и сайт «Фокус от моряка». Ну что же, джентльмены, вот мы с вами и дождались самого долгожданного видео за июнь. Все мы хотим посмотреть, кто же стал победителем в конкурсе «Лучший комментатор за июнь месяц». Ну что же, не будем долго тянуть лямку, давайте перейдем на наш стол, откроем сундук моряка и посмотрим, кто же стал победителем. Погнали! Ну что ж, джентльмены, давайте перейдем и посмотрим, кому же карточные боги и боги моря благоприятствовали весь этот месяц. Итак, место номер 3. И это матрос, который известен на нашем судне как Данил Скворцов. Данил Скворцов и его комментарии к фокусу сердечной пульсации. Итак, что же получает у нас матрос Скворцов? А он у нас получает из сундука моряка вот такую вот замечательную колоду, которая называется «Аристократ». Это очень классная колода. Уважаемый Данил, если вы даете свое согласие, то я сниму обзор на эту колоду, чтобы другие члены команды могли ее посмотреть. Итак, третье место, Данил Скворцов и колода «Аристократ». Кому же карточные боги благоприятствовали больше? Давайте посмотрим. Это не матрос. Второе место занимает у нас девушка. Это Карина Зекова. Или Зекова. Не знаю, как правильно. Если неправильно произнес фамилию, то дико извиняюсь. Не надо поднимать бунт и пытаться меня изгнать. Итак, Карина Зекова что же получает? А, да, забыл сказать. Комментарии Карины Зыкова оставила к видео «Уличная магия». Итак, что же получает у нас Карина? А Карина из сундука моряка получает вот такую вот роскошнейшую колоду, которая называется «Медальонс». Медальоны от теории 11. Уважаемая Карина, если вы даете свое согласие, то я тоже с удовольствием сниму обзор на эту колоду, чтобы остальные ребята могли посмотреть, что это такое. Итак, второе место Карина Зыкова и колода Медальонс. Ну а кому же карточные боги благоприятствовали больше всего? Итак, это матрос, который известен на нашем судне как Бронзовый тлен. И его комментарий к флоришу Little Genesis. Итак, что же получает у нас комментатор «Бронзовый тлен»? А «Бронзовый тлен» из сундука моряка получает колоду... Вот такую вот пурпурную колоду ЛТД. Уважаемый победитель, уважаемый «Бронзовый тлен», если вы даете добро, я точно так же снимаю обзор на эту колоду. Обещаю, что колоды останутся в целости и сохранности, и вы их непременно получите. Итак, место номер 1, бронзовый тлен и пурпурные ЛТД. Ну, а кто же стал у нас самым пронырливым и самым быстрым активным матросом? С этим человеком мы уже сталкивались в наших видео. Это матрос, бородатый матрос, судя по его фотке, который известен на судне как Фанни Киви. Именно Фанни Киви в этом месяце снова становится самым активным матросом. Ну что ж, привет, друзья. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня стал самым активным комментатором, самым активным подписчиком, поклонником, можно как угодно называть, за месяц июнь. Итак, сегодня у нас 30 июня, 17:40 на часах. Что ж, зайдем
в раздел «Поклонники». И выберем «Упорядочить по активность пользователя». И на первом месте у нас пользователь с ником Funny Kiwi. То есть, если мы помним, этот победитель уже становился у нас победителем и получал свои карты. Ну что же, в этом месяце он опять становится самым активным. Так, друзья, ну, такая ситуация как бы впервые, да, то, что один и тот же человек два раза становится победителем. Я ничего против этого не имею, но в то же время надо давать выигрывать еще и другим. Поэтому я ввожу такое правило, что человек не может становиться победителем более двух раз. Пускай будет так. То есть Funny Kiwi уже один раз выигрывал, Funny Kiwi у нас выигрывает второй раз, но, возможно, он выиграет в третий, в четвертый раз, но давайте не будем так поступать, я предлагаю все-таки дать еще другим людям тоже что-то выиграть. Потому что я наблюдал за комментариями, например, пользователь, который второй хаттап, он, в принципе, с Funny Kiwi одинаковую активность проявляли в этом месяце, но Funny Kiwi все же стал поактивней. Итак, значит, победа в этом месяце у нас снова присуждается Funny Kiwi, он становится самым активным подписчиком за месяц июнь, но это его последняя победа. Обижайтесь, не обижайтесь, но я хочу, чтобы другие пользователи тоже получали карты. Что ж, друзья, я надеюсь, это правило никого там не покорежит, что все останутся довольны. Я считаю это правильным. Ну что же, Funny Kiwi, поздравляю с победой. Давайте перейдем и посмотрим, что же у нас получает победитель. Итак, что же получает у нас пользователь Funny Kiwi? А Funny Kiwi сундука моряка получает вот такую вот колоду The Blue Crown Deck. Хорошая колода. Самому активному комментатору не жалко подарить. Да, кстати, уважаемый Funny Kiwi, если вы даете добро, то также я снимаю обзор на эту колоду. Ну что ж, друзья, вот они наши победители. Третье место — Данил Скворцов, Аристократы. Второе место — Карина Зыкова, Медальянс. Первое место — Бронзовый Тлен, ЛТД, Пурпурный. И Funny Kiwi, колода The Blue Crown Deck. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.